Вот она наша дорога, по которой мы завтра пойдем. Мы пойдем до конца. Вот туда. И влево. Обратно вернемся. Обойдем вокруг. И вернемся справа. Вот, 3 дня у нас есть на это. Вот сейчас небольшим назад стартанули мы оттуда. Это первый перевал. Шли больше часа. Очень тяжело и холодно. Руки мерзнут. Вот сейчас, сколько сейчас времени? По местному времени 8:30. Ну и открылся вид на Кайлас. А я это, крышка от котика потерял. Да? Здесь по дороге или где? Да вот сейчас вот вроде бы вынимал. О. Вон он Кайлас. Красиво здесь. Тихо. Отпустил всю банду вперед. Но тяжеловато. Воздуха не хватает. Кайлас. Как холодно. Сильный ветер, -5, наверное. Кто вы знал бы. Какая красотища. Там еще красивее. Минтенгуа. Вон вся группа и пошла. Блин, как холодно, а? Сопли текут. Уже снег начался. Как бы тут не простудиться. Сопли текут. Горло охлаждается. Идем дальше. Тяжело, и правда. Вот мы набрались. Вот что происходит с людьми. На какой-то очень высокогорный монастырь. Еле дошел. С видом на Кайлас. Сейчас посмотрим, как тут с другой стороны. Очень тяжело дышать. Я не знаю, откуда у них в этой молодежи столько сил, но вообще что-то чудо нереальное. Фух. Спускаться легче, чем подниматься. Особенно в высокогорье. Вот так вот все идут, оставляют пирамидки. Заодно я думаю, что и передыхают чуть-чуть. Берут время немножко отдохнуть. Ну вот сейчас вот, вот эти все бойкие, все шустрые впереди. За ними не угонишься. Сейчас пойдем, по-моему, вот там. У нас будет небольшая пауза. Да. Привет. Вот здесь купил чая такого специального за 3 юаня.
Все ушли, меня никто не подождал. Я решил попить чаю. Все, спасибо. Спасибо. Так. Вот такое тут у них. Вот мой друг теперь. Ах. Слава! Вот мы с другом вместе. Тик-тик. Тик-тик-тик-тик-тик. Фух. Да, правильно. Оказывается, мы только что посетили монастырь Чукугомпа, который называется. А я этого не знал. Я тут, в принципе, себе его и подписал, что он должен был я туда зайти. Но вот, чисто случайно. Значит, надо было. Здесь находится медный чан, в котором вода закипает без огня. Но я его не видел. Мы там только пофотографировали. Ну, тяжело было туда подниматься. Вот какая речка красивая. Замерзшая. Холодно здесь. Не дай бог снег пойдет. Будет вообще весело. Собака всегда нас сопровождает. Фух. Вот перешел через небольшой перевальчик. Фух. Вообще воздух разряженный, не знаю. Но 4500 метров это уже круто. Почти 5. Не знаю, как эти все россияне, сибиряки и так далее прут. Ну, я не это, не могу никак. Я вот ползу самый последний. Вот. Вот пока на этот бугорок, так сказать, взбирался. Раз на 7-8 останавливался. Хотя он совсем небольшой. Говорят, что это такое детская разминка. Завтра будет круче. Ну, в общем... Ладно, сейчас пока вниз буду своих догонять. Красиво, а? Да. И мочи больше нету. А прошел только 10 километров, наверное. Там сзади еще четверо ходоков ползут. Ладно. И вот. До первой ночевки осталось 2-3 километра. Вот ледник. Днем течет, а ночью замерзает. Вот она единственная развилка, куда не нужно идти. Вот на этот мост, где можно как бы заблудиться, если пойдешь налево. А нам нужно, вернее, мне нужно идти прямо. Вон люди устали, лежат, отдыхают. Очень тяжело. Ой. Слава Богу, дошел. Это монастырь Дирапугомпа называется. 4900 метров над уровнем моря. Здесь мы сегодня ночуем. Потом поближе подойду, сниму дальше.
Вот. А завтра, как говорят, самый трудный день, 22 километра. Вот сегодня 16 позади. Вот как только я дошел, прямо сегодня ночью под Кайласом. Была погода классная, солнце светило. Как только я пришел, вот это наш номер, 11, он 12. Рюкзак швырнул, и сразу пошел снег. А там солнце. Вот здесь типа наша столовая. Ну, пойду чай попью. Вот, дошли. То, что на картинках показывают. Вышли затемно. Если вы вышли по свету, вы не успели посмотреть, Кайлас красивый. Правильно? Правильно? Вот где собака порылась. Вон ползут наши. Давай. У них еще есть силы песни петь и покурить. Вот я дошел до символического кладбища Карми. Фух. Холодно, воздух здесь просто жопа. 10 шагов делаешь и 2 минуты отдыхаешь. Короче, старую карму оставляю здесь. Похороны. Вот так вот. Ну как? Ну, через этого события вылезло солнце. Твою мать, минус 10, наверное. Вообще-то аж губы не шевелятся. Все, теперь нужно делать очки. Пошел я дальше. Каково ты ползти так вот? Кору. Так все 53 километра. Вот он перевал. 5500 метров. Вон они все орлы ползут. А мы такие самые последние. Бог даст, доползем. Солнце уходит, становится холодно. Солнце появляется, жарко. А таз. Вот наши попутчики. Руки замерзли, все замерзло. Вот я повесил свои ритуальные флажки. Ветер дует, флажки раздуваются, молитвы читаются. Попросил за всех. Ой. 5500 метров над уровнем моря. 20 шагов идешь, 1,5 минуты отдыхаешь. Вот это. Пивасик, так называемый.
баллоны с воздухом. Вот он один. Вот он другой. Толку-то от них никакого. Ладно. Надо идти. Ой. Вот и мои флажки, самые красивые, самые висячие. Там, где фотографии оставляют. Вот самое высокое место, самое-пресамое. 5560 над уровнем моря. Красота. Только дышать нечем. Там уже все... Камни, раньше теперь часто подвезла, лезвие наверху, это, как говорится, пута наша тема. Это мои очки. Здесь птичек кормят. Сейчас да? Птичек сядет сюда. Птичек кормят. О, такие обождевшие. Купил я. Вот наши друзья помогают нам рюкзаки нести. Форева. 5660. Да. Какое небо классное, а? Смотри, какой цвет. Слава, сколько километров мы прошли? Вот, от нашего стола к вашему столу птички прилетели. Вот спускаемся уже. Прошли ледник. Замерзшая речка. Ну и красиво тут. Все, идемте на спуск. А спускаться всегда лучше, чем подниматься. Тем более, если уровень моря опускается. Уже и отдышки нет, уже хорошо. Вот мы набрели на стадо яков. Вот теперь уже можно почувствовать себя полностью в Тибете. Вокруг Кайласа почти прошел. Бифштекс из яка ел. А яка не видел. Чики-пуки. Слава, это тоже носильщики, да, носят за туристами, да? Чик-чик, не, это моя, чик-чик-чик, нет. Вот говорят, что там медитировал Миларепа. Ну то ли так, то ли да, то ли нет. Сегодня у нас во второй половине дня немножечко полегче. Мы спустились с этой ненормальной высоты 5600. Сейчас, наверное, у нас это 4000 метров. Все разболтались. Сразу хорошо всем стало. А до этого и тошнило, и думали, что не дойдем. Ну, в общем, нормально. Основную часть торы мы прошли. Коры, торы. Все. Вот мы здесь сегодня ночуем. Последняя ночевка на Коре. Ну, завтра 10 километров, 11 километров пройти по прямой. Уже все стрессы позади. Через перевалы и через снега. А это наши дружбаны строят для нас новый газхаус.
Ну вот так вот, там туалет, вон оно за машиной. А это хотель и ресторан. Хотель и ресторан. Сегодня мы там лапши китайской поели в ресторане. Вот. А это домики, в которых света нету. Но у нас нету света. Мы вдвоем с Андреем. А вот сейчас спрошу. А у вас свет есть, а? Тоже нету? А, это твои вещи? Да, все есть, да. Конечно, у нас. Ну вот тут. Ну, кто-то постарался выбить. Это ж не просто, видать. Молодец. Ползут. Но это последний участок пути, самый, так сказать, легкий. Но тем не менее. Ой. Как здорово тут. Вот куру почти заканчиваем. Тут такой камушек встретился интересный. Я прям не знаю, что это такое. Вот мы и дошли к кору. Осталось, может, километр, да? Вот там. Не знаю. Ну вот. А вот это что-то такое непонятное на пути лежит, стоит или находится. Ну, я не думаю, что это что-то плохое, но это что-то хорошее. Это мантры. Ну, скорее всего, да, я так и думаю. А может быть, имена людей? А может быть, и да. Потому что... В общем, человек, когда хочет сделать подношение Будде, ага. Вот он заказывает у мастера вот такие эти, он режет, платит ему деньги. И он тащит и этот камень вокруг? Нет, просто привозит сюда, ну, в какое-то место. Как интересно. Фига себе такой камень подтащить. Ну что делать, если они ползут 53 километра, ну, то да, уж дотащить это. Дотащить,
Ну да. Фух, хорошо. Все хорошо, что хорошо кончается. Сделали круг вокруг Кайласа. А? Ну, там ближе, здесь дальше. Ой, кажется, что прикольное. Мотороллер такой китайский, тибетский, с рулем. Кайф. Вот на этом перекрестке 6 числа мы стартанули нашу кору. Вот туда. А сегодня 8 число. Мы вернулись. Это наш городок. Называется Торчан. А там где-то должны еще наши туристы идти. О, вот как раз и смешной опет на грузовых колесах. Ну, народ бильярд играет. Кайф. Вот это приспособление для закипячения воды. Короче, тут чайники кипятят. В хорошую погоду, когда хорошо светит солнце, но не так, дымка. Говорят, что за 15-20 минут чайник закипает. Довольно-таки такой большой, литр на 2, на 3. Вот это как вот они рассказывают, не знаю. Если они врут, то я тоже соврал. Вот я и зашел. Вот я сделал круг. 6-го отсюда вышли. 8-го сюда пришли. Вот и наш автобус. Сейчас как зайду вовнутрь, и сразу видно, что полный круг. Фух. Все. О, тут уже чемпионы сидят. Что, это деньги раздают всем, что ли? Да. А кто пришел под 500 юаней? Ну, как ты добрался? Помоги. Вот там третий человек, который дошел. Ты третий. Все остальные не знаю, где они там все. Да вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, четвертый человек, который дошел. Это Джарая Гора. Джарая Лаба. Все, удачи. Джарая Лаба. Удачи. Удачи. Мы же здесь скоро начали. Сейчас посмотрите, что времени. Через 60 минут от проявляется. Номер сейчас, потому что сейчас уже решили заказать себе номер, да? Ну хорошо. Как вам наверное уходим так. Вот мы тут с Ритой зашли в хороший такой магазин. Чик. И набрали напоследок всяких сувенирчиков. Какие тут всякие для машины, Кайлас и так далее. Цены очень гуманные. Вот и на это озеро прибыли, Манасаровар. Сейчас пройдем монастырь. Ну и потом спустимся к озеру. Вот как получается с этого озера. Манасаровар, виден Кайлас. Бойно.
дублируется, или на что нужно? Вот это, так, чтобы тут только лицо войдет. Да-да. Вот и тут повстречал местных тибетцев. Там за ними озеро Манасировар. А мы обходим вокруг. Монастыря. И вот там уже другое озеро. Название его не помню. Но это озеро не то. Оно плохое. Манасировар священное и хорошее. Ну так вот, грубо говоря. А это плохое, как есть мертвая вода и живая вода. Вот так вот. Фух, тяжело тут ходить. Вот одно озеро. Вот он Кайлас. А вот она Манасировар. Он со мной, который Сергейка со мной. А мы свои свечки берем? Да, да, да. Твоя свеча где? Женя, возьми твоя. Пожалуйста, да. Да, пожалуйста, со мной. В этом монастыре живет 8 монахов. У меня свечки не покупал, но я надеюсь ходить, обливаться святой водой. Вот так выглядят монастыри, в которых хорошо. Без всяких прибамбасов. Вот вы подъехали мы на самый берег озера. Нам тут можно полчаса погулять. Сейчас посмотрим, что это такое. Вот это озеро Манасировар. 4600 метров над уровнем моря. Тишина. Немножко сюда отойди, чтобы гору видно было. Шикарно, утки где попали. Утки летают, аж слышно, как они крыльями машут. А? О, все, я пошел купаться. Привет, нас уже встречают. Привет! Сейчас будем в источниках купаться. Оп. Ну что, нормально все? А кому платить? А, потом, ага. Слава, у меня замок не работает. Ну а что тебе, нормально? Я стесняюсь. А у меня замок не работает. Так, мы потом тогда будем платить, да? Вот такая тетушка. Тетушка это или бабушка?
О, привет. Ну-ка, разрешите. Пропустите. А тут еще нигде не готовы ничего, Ваня. Да? Там у меня просто замок не работает. Да кто там, кому, что там где-то самое? Она прикрывает, конечно, никто не пойдет. Прикрывает дверь. Вот, обещали нам горячие источники. Ну, они такие. Как горячие источники, горячая вода с этого озера Монсерова льется сюда. Ну, все так сделано по-тибетски. Все просто. Закрыться нельзя. Крючки все сбиты. Спать нельзя, ибо опасно. Все, полез я у ванную. Сколько сейчас времени, а? О, 7:30. Ой, я только сейчас увидела людей. Ага. Вот мы тут сегодня ночевали, в этой берлоге. Класс. Дали нам термос с теплой водой, чтобы мы умылись. Вот это так вот. Свет у нас такой был. Ну ладно, сам потом выключим. Сейчас едем смотреть Эверест. Вот соседи у нас здесь такие. Пеночные. Центр города, между прочим. Тебе это самое, не стюардесса, а проводница. И на пригородных поездах работает. Уже все в самолете ждут завтрака. Что ты кричишь, люди спят? Люди спят. Я тебе предложил их перенести туда. Это вот приспособа для кипячения чайника, да? Да. Вот если светло, солнце есть, он, говорят, за 15 минут закипает. Солнышко встает. Вот еще раз. Общий план. Под горой сегодня спали. Красота какая. Автобус. Так. Детская площадка. Туалет, правда, смешно. Нужно перебираться через речку. Ну так, в общем, ничего. Выспались. Все, по коням. Ну вот и поставлена жирная точка в конце нашего путешествия. Приехали мы посмотреть на Эверест. Здесь вот так вот оборудована специально смотровая площадка. Повезло, однако, солнце светит. Да. А вон он, Эверест, вдали. Сейчас поближе подойду. Что вы тут так сосредоточились все? Ну ждем место. Кого? Счастливей, улыбайся. Ты че, блин? Слава. Репортер Шрабикус. Вот такой вот он, Эверест. Здесь солнце ест, все красиво. Там мы ест темнее. А кто-то и еще кого-то фотоаппарата и сотовый телефон дайте мне. Со! I've had my share.
taken my bows and my curtain calls. You brought me fame and fortune and everything that goes with it. I thank you all, but it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go on. We are the champions, my friends, and we'll keep on fighting till the end. We are the champions. We are the champions. No time for losing, 'cause we are the champions of the world. Так, ну это первая страна отдыхает. Тут. Это я что снимаю, это так, для истории. Вот пришел, подошло два джипа и пописить они решили. И мы тут тоже с ними тут решили. Вот они все пишут здесь. А вот тетя пошла. Давай, вот так, давай. Вот так штаны подтягивают, вот так. Ну вот она, страна чудес. Ну и напоследок нас привезли сюда. Такой торговый дом для туристов. Идешь, сушеное мясо яка, в всяких пропорциях и в интерпретациях. Сушеное перченое, сушеное соленое, ну и так далее. Мясо, масло, чай. Ну, в общем, такое туристическое место. Я себе ничего не нашел. Мне все дорого, мне ничего не надо, у меня все есть. Вот, а, красиво здесь. Здесь мы пересели в другой автобус. Еще у нас остается 3 часа погулять по Лхасе, полюбоваться этими красотами, когда еще сюда попадешь. Вот. Вот и наш автобус, по-моему. Ага. Ну, в общем, как бы я первый выполз из этого туристического аттракциона. А все еще там покупают шафран. Наверное, не задорого. Ну, в общем, вот так. Салам алейкум. Рахматулла. Да, красиво. Здесь строятся новые небоскребы в Лхасе. Лхаса разрастается. Ух! Очень быстро. Ну вот и все. Если будет что-то интересное, может быть, еще сосниму или сниму. А так пока буду ждать остатки группы. Сейчас они затарятся. Чем они там тарятся? Ну и придут. Ох, как тут красиво. Горы, небоскребы, вау. Вообще кайф. Будет. Лет через 10 приеду. Все классно. Was on.